Привет, ребята! А вы знаете, что синий трактор только недавно выучил правила дорожного движения? И сегодня ему предстоит одному вернуться с работы домой. Ох, я немного боюсь. Это еще почему? Потому что в автошколе все было в теории, на бумаге. Вот, посмотрите. Да, действительно. И знаки, и поле, и сам трактор. Все на бумаге. Ну ничего, я и ребята тебе поможем. Внимание! Поехали! Ой, развилка! Не помню дорогу домой. Может быть, надо поехать по этой маленькой дорожке? Поворот трактору на эту узенькую дорожку запрещен, потому что стоит знак «Кирпич». Посмотрите. Здесь одностороннее движение. Машинки здесь двигаются только в одну сторону. Ой, спасибо. Ну, поехали дальше. Бип-бип. Бип-бип. Как же ты медленно едешь? Попробую обогнать эту синюю машину. Нет, этого нельзя делать. Здесь стоит знак «Обгон запрещен». Здесь очень узкая дорога. Если ты будешь обгонять, столкнешься с желтой машинкой. Ох, спасибо, сколько нового интересного. Ну все, можно разгоняться. Подожди, посмотри на знак. Этот знак означает, что путь пересекает железная дорога. Ух, точно, и нет шлагбаума. Ух ты. Зато есть семафор, посмотрите. Это такой же светофор, только вместо трех у него два цвета. Красный и белый. Если красный, путь запрещен, а белый можно ехать. Сейчас на семафоре красный, поэтому мы ждем, когда проедет поезд. Ну вот, поезд проехал, загорелся белый цвет, я поехал. Ой, а этот знак я знаю. Это значит, что впереди пешеходный переход и надо притормозить. Ой, спасибо. Больше никого нет, можно ехать. Ну вот, первый знак, который ты знаешь. Нужно лучше учиться в школе. Ой, впереди знак «Скользкая дорога». Едем медленнее. Ой, а тут, посмотрите, половину дороги раскопали. Что же делать? Стоит знак «Стоп». Наверное, дальше нельзя ехать, да? Нет, дружок, знак «Стоп» не означает, что проезд запрещен. Это значит, что нужно остановиться. А, я вспомнил. Это значит, что без остановки здесь движение запрещено. Вот я притормозил, увидел, что дорогу ремонтируют, и поехал дальше. Ой, какой резкий поворот! Какая скользкая дорога! Недаром был знак! Ой, а этот знак означает, что я должен снизить свою скорость. Ой, а этот знак я знаю. Здесь где-то могут играть дети. Нужно быть осторожным. Правильно, потому что рядом находится школа. Ой, а этот знак означает, остановка запрещена, это я помню. Да, и здесь дорога заканчивается. Здесь школа, а тебе-то нужен дом. Поеду направо. Ребята, я узнал этот знак. Он означает жилую зону. Ну вот, ребята, по-моему, мы помогли нашему другу синему трактору добраться до дома. Ох да, и это было непросто. Спасибо вам. Самое главное, я понял, что нужно хорошо учиться. Конечно, потому что от этого зависит безопасность людей. Вот так. Пока, ребята.